Да ну какой спидран, просто пройду и все. Последний раз уже, надеюсь. Я же не спидранер. Я только несколько траев, здорово, может. Несколько траев в игры делал раньше и все. У меня не получается спидранить, я пробовал. Не особо выходит. Тем более в такой игре. Слишком сложно уж тут для меня спидранить. Тут думать надо. Я глобально думать не умею в этой игре. Тут надо ходы наперед просчитывать, по горизонтали сжигать вирусы. Я так не умею. Я просто по вертикали сжигаю и радуюсь жизни. Эта версия сложнее, кстати, чем какая-нибудь другая на SNES или на NES. Тут потому что вирусы намного выше располагаются в последних уровнях. На Nintendo 64 там уже против босса сражаешься. Там надо супер хард вроде пройти за... Ну, бессмертие, в общем. На лучшую концовку. Ну, а здесь, конечно, просто можно 20 уровней пройти и все. Так что на Nintendo 64 сложнее будет версия. Учитывая, что тут бесконечное количество попыток у тебя будет на 20 уровень. Он никуда не пропадет. Еще в Nintendo 64 есть прикольный режим, где можно вчетвером сразу играть. То есть там сразу 4 стакана на поле. Хотели даже поиграть как-то онлайн, но что-то оно там не работает через онлайн. Вообще здесь, если большое комбо сжигать, то тут звук из Марио будет. Я, правда, вряд ли уже сожгу здесь какое-нибудь такое комбо. Ну и заставки немного другие, то есть на NES там уносили... Ну, НЛО забирало вирусы и улетало. А здесь заставка немного другая будет в конце. На SNES сделали как, типа, есть режим также на 20 уровней и отдельно PvP режим. А больше вроде нигде и не выходил Доктор Марио. Ну, Game Boy Advance, если еще только. Еще есть отдельный режим Tetris и Доктор Марио, там типа совместили. Бля, не так поставил. Там типа сначала в Тетрис играешь. Ну, то есть надо сжечь определенное количество линий. Там с мусором начинаешь. Потом Доктор Марио сжигаешь вирусы. И затем самая финальная часть, это опять играешь в Тетрис, но уже на очки. Ну, на Wii тем более я никогда не врался ни за что и даже не играл там. Возможно, там и есть. Ну, геймбой, вот я сейчас с геймбой играю, я говорю, еще геймбой Advanced еще есть. Может, на Wii есть. Так, тут теперь сжигать надо.
Но остальные версии я проходил, ну то есть, какие на NES я проходил. На Ой, на Nintendo 64 проходил. Останется на SNES еще пройти. В принципе, все, я доволен уже буду этим. На Wii я точно не собираюсь походить, потому что там 300% ноут не потянет эмуляцию. Ну, минут на 50, наверное, здесь задержимся на этой игре. На Wii онлайн, ну тем более, если онлайн, то даже и рассматривать не стоит его. Может, там, конечно, есть сюжетка. Я не в курсе. Так мне нравится Доктор Марио. Хорошая игра. Куб, я думаю, тоже не пойдет. Привет, Никита. Да, кстати, Никита, спасибо, что это заметил в King of Dragons, что там видео закосячилось. Придется заново проходить. Я не знаю, почему он там закосячилось так жестко. Вроде все нормально на стриме было. Ну, нет, я просто перепрохожу. Просто там это... Я когда проходил, я фон слева не поставил, что это с GameCube. Ой, с геймбоя. На One CC слишком сложно тут. Я же говорю, тут иногда уровни попадаются такие, что ты просто физически не можешь пройти. Даже на уровне ТАСа, потому что, ну вот, сгенерировались так вирусы. Никак ты не пройдешь. Сегодня, в принципе, думал попсу какую-нибудь покатать потом. Типа черепашек и прочего. Ну, играть не во что пока. Просто с Марио начал, потому что, ну, один фиг, он практически никому не интересен будет. Сразу разобраться с ним и все. А там и время попозже будет, может, еще кто-нибудь придет смотреть. На Retro Achievements есть, конечно, пройти без смертей. Я проходил, но это, да, сложно было. Я там раз пять, по-моему, начинал с самого начала, чтобы пройти игру и ни разу не завалить свой стакан. Но там надо просто, чтобы с генерацией повезло. Там не зависит от твоего скилла уже. Практически. Если игра захочет, чтобы ты не прошел без смертей, ты не пройдешь. Там просто заставят все, ну, всю верхнюю полосу вирусами, и все, там вообще ничего не сжечь будет. Не продумали, конечно, это в этой версии. Так игра хорошая, то есть, ну, не деревянная, управлять пилюльками вполне приятно, поворачиваются как надо. Я, в принципе, люблю вот такие логические игры. Доктор Марио
Пуё-пуё какой-нибудь там. Каламас вот недавно проходил. Может, кто-то видел. Тоже хорошая игра. Здорово, Неурал. Да я не спидраню. Я просто прохожу. Я не спидранер, это вы там спидранеры. У меня жопа сгорает, когда по 800 ресетов делать и продвижения нету. Обычное казуальное прохождение. Без всяких там спидранов. 800 линий. 800 это типа до 17 уровня дойти. Не, ну я до 17 уровня могу дойти, но я там самое последнее место, скорее всего, займу. Я уже доходил когда-то. Здорово, Лёха. Да не говори, я вот сделал 100 линий, уже просят 800 линий. Ну чё это такое? Потом скажешь, давай-ка в топ-1 уже. Чё ты засиделся там снизу. Потом у этого... Потом чё там, какой следующий? Красный Октябрь пойдет, да, там? Последним Дэмиан. Дэмиан тоже, кстати, во все такое играет. В Тетрис и в Доктор Марио. На последнем месте одна американочка, 40 лет. Ну, я видел, что там слишком мало игроков. Именно ранят 0.17. Это же долго, наверное. Да, Лёху тоже заставляли, кстати, проходить 100 линий, это я помню. Генерал всех вербует. Лёха решил спидранить Ice Climber? Серьезно? Жесть. Там управление криво... Ну, не управление, а сама механика. Не очень. Там в эту дырку еле попадаешь, когда прыгаешь. Чё, принц Перси норм? Ну, Принц Перси норм игра, да. Ice Climber не очень. На FDS хороший Ice Climber, там еще ветер есть. Сдувает тебя потихоньку. Спидранил бода, мне хоть бы на одного пройти, не то что спидран. Я когда-то давным-давно запускал Battle City, но так 35 уровней даже и не прошел в одного. А, там не 35, надо 70 пройти на одного, да-да, на два круга. Хрень надо зажечь. Понял, таблицы с гейм-оверами. А, ну типа, да-да-да, типа они всрали, сразу же выбрали тот уровень и продолжили дальше. Ну... Так неинтересно будет. Если уж проходить, то нормально проходить. Ты прожёг кресло. Там 34 уровень подвый такой. Где одни кирпичи прям везде. Ну так топовый спидран там без смертей должен быть. Вот, ну я говорю, 34 или 69, там просто кирпичная стеночка и все.
Это самый топовый уровень. Там просто слева, справа драконят. Доезжают до базы и все, изи. Пишешь ГГВП, закрываешь спидран. Кстати, в геймбое музыка веселая звучит. Если дофига комбо сжечь. Я, правда, не сожгу его. Да к танкам даже я не буду подходить. Ну их нафиг. Тем более спидранить. Если так, разок до себя пройду, 70 уровней и все. Спидранить нет, спасибо. Даже генерал не забатит меня больше на Battle City, как это было с Тенгеном. Пройти челлендж? Ну я не знаю, ну... Можно же без смертей, по идее, пройти. Ну, чтобы нормальный ран сделать себе. Ну почему нельзя-то? Не, ну понимаешь, нам надо поверху постоянно бегать. Ну вот, я же говорю, топ-1, топ-2 без смертей, значит можно. Люди ж делают, значит, можно так. Работает тактика. Не люди, там Вёрджил, по-моему, в танчике играл. Ну, это да, это не люди, я согласен, все. Джозеф вроде сейчас уток пытается ранить. Там тоже рандома дофига, во-вторых. На боссах этих тупых. Ну ты страты, конечно, там накидал наверняка. Сейчас по твоим стратам тебя обойдет. Я думаю, что ты еще раз пытаешься свой рекорд улучшить, уже заранее зная, что тебя обойдут там. Ты же забрал там уже топ-1. Ну, конечно, вот до этого что-то никто не мог побить VR в категории. А тут прям любой пришел и побил сразу. Почему до тебя тогда никто не взял и не побил рекорд того чувака? Если это так легко сделать. Никто не пытался. Да ладно. Это как с этим. С формате он Z, да? Тоже никто там не пытается, ничего. Так, три... Этих места и висит, больше никто не играет. Ну я знаю, там только обезьян видел. Рандомных. Ну, на твоем именно стриме. А больше там рандома не замечал. Плачу новичкам по 100 рублей за любой ран. Давайте Formation Z. Да ну Formation Z не очень игра какая-то. Если не шураться, надо с какой-нибудь нормальной игры. Я посмотрел, там ни хрена не понял. Что-то вроде надо умереть в нужном месте, чтобы тебя перекинуло. Дичь, короче.
Да где серые блоки-то? Да я не спорю, что там он учится быстро. Просто сама игра мне не нравится. Там можно просто пролететь и все, и там изи ворвешься в топ-10. Главное деньги. Не, я не хочу. Formation Z не хочется. Если я и же буду врываться, что-нибудь другое возьму явно, не Formation Z. Ты шо, все не играл, олигарх уже? Месяц поработал, все можно теперь, года не работать. Да ну что падает, ну господи. Даже засунуть некуда. Да, 100 евро за... О, ну все, олигарх уже считаешься. Поздравляю, Нерал. Теперь можешь 1,5 года не работать. Дальше улучшать VR-ы. В каких-нибудь играх. Нерал, ты же в эту игру не играл, да? Ты же кроме NES ничего не уважаешь там. За неделю спустил. Ну это нормально, когда бабки есть, они моментально уходят. Спектрум, ну ладно тогда. Я на спектруме почти ни в чё не играл. Знаешь, там дизики хорошие есть. Всякие квесты интересные. Да, я видел у тебя спидран спектрума, первое место. Куда вот ее? Ну, Буратино это явно кто-то из наших уже делал там, то есть не лицензионная игра. Что у них-то там кто, Пиноккио был? Да, тогда же много кто писал свои игры на спеке. Можешь попробовать комбо большое сделать, чтобы музыка заиграла. Так, да, все, сейчас надо.
О. Ну какой VR? Нереально VR там. Тем более спидранить. Вычитал в наградах. Такого быть не может. Не мог такое написать, даже пьяный. Учитывая то, что я не пью. Там, по-моему, только две награды у меня стоит. На ачивки и просто поиграть. У меня, по-моему, вообще там только в двух играх стоит, и то там его перебить на изи можно. Опять же, никто не пытается, как ты говоришь, нейрал. И то в одной игре один мой ран, все вообще классно. Настолько популярная игра, что за 3 года никто даже заспидранить не захотел ее. Блин, ну ладно, эта заставка тоже не главная была. Я уже по привычке скипнул, не посмотрел, что 15 уровень уже был. Я тоже думаю, что хорошая заставка была. Но уже все, ее не вернуть. Там какая-нибудь тоже хренотень прилетала. Я не помню даже, что там прилетает. Что я никогда их не смотрю, эти заставки тут. Я просто всегда проходил и все. Вот на NES точно на разных сложностях разные картинки в конце показывают. Но это из-за того, что я и знаю. Здесь я не проходил на других сложностях, кроме High. Поэтому здесь за заставки не могу ничего сказать. Ну куда это пихать? Ну что это? Thank you.
Ну тут с 18 уровня сложности пойдут. Потому что там уже начнут с, прям с самого верха заваливать вирусами. Некоторые даже невозможно будет сжечь с самого начала. Ну да, 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 да. И ну это издевательство какое-то было сейчас. Одни серые везде. Все, сейчас самые интересные уровни начинаются. С вирусами сверху. Ну, здесь нормально сгенерировалось все. Даже сверху ни одного вируса не было. Ну, я много играл в эту игру.
Даже турниры когда-то были по этой игре. И не раз. Просто слишком много играл в Доктора Марио. Если на самом деле я не особо любил Доктора Марио играть, потому что тогда поинтереснее игры были какие-нибудь там. Битэмапы или контры те же самые. Черепашки. Я только на эмуляторах начал у Доктора Марио играть. Сколько? Ну также 20, больше нету. Там также 21-22, конечно, есть уровни вот эти все. Там столько же вирусов будет. Вообще везде 20 их. То есть и на NES, и на SNES, и на Game Boy, на Nintendo 64, везде по 20 уровней делают. Сейчас тоже надо, чтобы генерация нормальная была вирусов. Вот они прям сразу сверху лепятся. Вот я не могу сжечь вот эти верхние самые, потому что ну никак их не сжечь. Там просто высоты не хватает стакана, чтобы сжечь. Да, я уже завалился. Но это можно было вытянуть, эту генерацию. Я неправильно поставил пилюльку одну. Ну и ни одной серой, смотрите, не дали сейчас. Я опять пилюль взял, ни одной серой не было среди них. Хотя бы одной стороны. Да, ну тут тоже жесть сразу же. Вот в этом версии геймбоя не очень. Потому что просто физически не можешь пройти уровни. Не, ну тут тоже уже все, да. Вот это хорошая генерация была сейчас. Ну, я не просто игра, вот сами видели, там нереально сжечь. Ни высоты стакана не хватает, чтобы сжечь какую-нибудь там, какой-нибудь вирус. Это нечестно просто.
Ой-ой-ой, не так. Да, если тут, конечно, конты были, была бы жопа вообще. Нет, до этого были еще NES на Nintendo 64. Там в записях, если захочешь, то посмотришь. Там внизу ссылка есть, где там пройденные игры. Там все картинки кликабельные. Там весь список того, что я проходил на стриме. Здорово, Белазист. Блин, не туда уехал, ну ладно. По идее, на Денди... Доктор Марио на Денди был. Но не сегодня, а вообще. У нас нес ничего не было сегодня. Это вообще первая игра за сегодня. Ну тоже можешь таблицу там снизу пролистать, ниже стрима, там картинки есть, все картинки кликабельные. Можешь посмотреть, если интересно, что там много чего было на снес. Блин. Надо было сразу тупику, наверное, вот эти верхние сшибать. И не мучиться потом. Опять же, могу и не сшибить его с самого начала, всю это сверху.
уж посложнее все это снести. Ну, а где еще есть? Кроме... Ну, у нас NES осталось только, если посмотреть. А вроде больше нигде его и не выходило. На доктора Марио. Вот тоже хорошая генерация. Не успел довернуть, ну ладно, тоже нормально. Спасибо за подписку. Ай! Чтоб ты. Привет, Тотал. Да, я думаю, это пройдется рано или поздно. Да, тут что-то все не очень пока. Да, три цвета, как и везде. Серый, белый и черный. На NES тоже три цвета. В принципе, везде на всех версиях три цвета. Которые я играл, по крайней мере. Как она туда залезла-то вообще? Я же не хотел ее туда пихать даже. Ну, в жизнь вот залезла эта хренотень туда, которую я вообще не хотел ставить. И все. Да 20 тут так же, как во всех уровнях. Просто не туда залепил и все. Да, ну тут тоже все уже, я по цветам везде криво раскидал. Ну, в самом начале прям жесткий рандом был, я вообще не мог ничего сделать. Сейчас хотя бы нормальные вариации идут. Можно проходить.
Так, осталось левую часть убрать и всю ее. Я уж как-нибудь разберу потом. Не, я пока хардкор не прохожу. Пока просто обычные прохи. Хардкору надо, чтобы душа лежала, что-то проходить, а я что-то даже пока не хочу ничего такого. Сюда осталось расчистить снизу все. И пройдено будет. Так, господи. У меня глаза уже поплыли. Не вижу, куда ставить. Ну да, еще туда давай не довернем. Тут уже, да, все просто будет. Если дичайших ошибок не делать. Шо, изи игра получается. За час успел, надеюсь. Вот он, вот, забирает себе вирусы. Обратно, как я понимаю, не прижились на земле.
Но не тут-то было, появляется рыба, съедает их всех и уплывает. И НВО остается ни с чем, еще и сами сваливают, мало ли вдруг еще и их сожрут. И все, в принципе. 20 уровней, больше нету.